цепочкой, из которой какают голуби. Еще ответ. Сири, найди, как называется дуб голуби. Он вообще не понял. Среди ваших контактов нет никого. Среди ваших контактов. Зол. Не нашел зол. Как называется? Не могу. Ты спрашиваешь, как называется дырка в жопе голубя? Как называется? Я не могу. Как называется очко у голубя? Слушай, тут интересное видео нашла, как наглые голуби срут. По-моему, это реально забавно. Это пипец какой-то. А ну, кыш, голуби, валите отсюда, а? Ну-ка, валите, валите, валите. Валите, валите. Давай, вали. Как называется жопа у голуби? Давай, вали. Дебил, вали. Спасибо. Если ты гоняешь голубей, значит, дебил там ты. Знаете что, дорогие мои, куда мы пошли? Куда мы пошли? То вали, то стоять неопределенный какой-то чувак. О, правда! Что происходит с тем местом, куда какают голуби? Там есть два места фотографии. Страшные, блядь, фотографии. Там бобер как приходит. Как называется очко у голуби? Туз. Ой, я что-то не туда зашла. Найди по запросу, как называется очко голубя. Найди, как называется очко голубя. Ястреб и голуби, Википедия. О, как различить голубя от голубки? 7 методов распознавания полуголубей. Короче, я сейчас открою двери. Всех тайн просто. Нет. Так ты мне скажи, как называется дырка в жопе у голубя? Очко, блядь, она называется. Нет. Везде срущие. Вот они оттуда срут и ссут одновременно. И как вот это называется? Вот так. Кто, блядь? Бриенский дутыш. Это реально такой голубь есть. Но у меня у деда нет такого. Чем срут птицы? Говно они срут, блядь. Птиц накакал на голову, на руку, причем одежду. Что ты спрашиваешь у Сири? Ага. Вон, смотри, тут дохера запросов. Ты понимаешь, что слышимость в этой квартире охуительная? А тут ты такой, чем срут птицы? В 3 часа ночи. Мне кажется, тебе сейчас сверху ответят, как, чем они срут. Как отгонять голубей с балкона на окошко? Ага. Что-то это интересный момент, потому что как бы стоебали эти голуби. Как отвалить? Протяни линию электропередач. Угу. Я чувствую, у нас на этаже тоже надо делать. Там ВР. Ну чё? Ты нашла? Будет ли... Тут только полу голуби есть. Окей. Гугли правильно. Пищеварительная система голуби. Там толстая кишка и все. Пищеварительная система голуби. Нет, так неинтересно. Ну, давай. Есть ли у голуби сфинктер? Что? Давайте поищем. Давайте поищем голубя сфинктер, действительно. Вот, смотри, вот такое задал сразу. Органы пищеварения. Все нормально. Алиса умная баба, оказывается. Она понимает, что надо. Придется уходить к Алисе. Она не ищет, чем срут голуби в 3 часа ночи.
Но. Уважаем знатоки. Ответ готов? Нет. Что включил? Печеньки для тех, кто знает, чем срут голуби. А Оля сейчас узнает, чем срут птицы. Да. Они ебутся и срут ей, что ли? Да. Да. И... Клоака. Да. Наконец-то.